Друзья, приветствую всех на своем канале. Что-то мне везет на гусениц. Раньше почему-то я их не замечала. А вот, пришла на работу, никого не трогаю. Пошла пройтись по территории. И что я вижу? Вот с этой елки, видимо, большая у нас ель, почти вековая. А брякнулась, наверное, вот эта гусеница. И так как у нее на конце рог, то это, наверное, бражник. Да персик, раздавишь гусеницу. Что? Да подожди, ты его на съемку мешаешь, подожди. Вот она ползет, такая деловая. Я сейчас попробую узнать, посмотреть, что же это, если это бражник действительно, то какой же это бражник? А может быть, это и не бражник. У бражника, по-моему, 5 пар должно быть псевдоног. А тут явно больше. Не трогай персик, персик не трогай. Но вот есть же рог. Надо сделать фоточку и поискать. Я потом, если я познаю, я вставлю, напишу словами. Но гусеница шикарная. Персик не трогай. Ну и тут 1, 2, 3. Ну, 5.5-6 сантиметров есть. Я нашла, как он называется. Это бражник сосновый. Правда, нашла я его под елкой. Он не вредный, питается хвоей, причем прошлогодней. А вот это будет бабочка. Посмотрите, какая очаровательная. Конечно, не очень яркая, но по-своему интересная. До следующей встречи. С вами была Марина.